очень сытное и вкусное блюдо. Уверен, даже те, кто не любит гречку, соблазнятся и обязательно попробуют, ведь устоять перед этим ароматом просто невозможно. Пробуйте. Готовим вкусную и ароматную гречку по-купечески с говядиной в мультиварке. Для этого порежьте лук, мясо и грибы, включите режим жарко, обжарьте в чаше мультиварки лук до золотистого цвета. Затем добавьте мясо и обжаривайте 15 минут. Затем добавьте грибы и специи и жарьте еще 10-15 минут. Влейте к мясу с грибами 1,5 стакана бульона, можно взять мясной или овощной, и добавьте промытую гречку. Тушите под крышкой в течение 1 часа. Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Лук порежьте. Включите в мультиварке режим жарко, влейте 2 столовые ложки растительного масла и обжарьте в нем лук до золотистого цвета. Говядину порежьте на куски, попутно удаляя пленки и жилки. Добавьте мясо к луку, закройте крышку и жарьте 15 минут. Ставим лайк и подписываемся. Тем временем порежьте грибы пластинками. И добавьте их к уже обжаренному мясу, посолите, добавьте паприку, жарьте вместе еще 10-15 минут под закрытой крышкой. Затем влейте 1,5 стакана бульона или горячей воды, добавьте промытую гречку, установите режим тушения на 1 час. Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Шампиньоны 300 грамм, говядина 300 грамм, гречневая крупа 100 грамм, лук 1 штука, паприка сладкая 1 столовая ложка, масло растительное 2 столовые ложки, соль, зелень по вкусу, количество порций 5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Пусть вам сегодня повезет!